13-е, план. Не знаю, стоит ли ей доверять, но вариантов не так уж и много. С тигром договориться невозможно. А мне не хочется уводить стаю отсюда. Хорошее место, много добычи. В любом случае, уйти мы успеем всегда. Подождем и посмотрим, что будет дальше. Что ж, может быть, они нам пригодятся? Скоро Спайк получит по заслугам. Его тирания подходит к концу. Это удача, что Оникс появился здесь. У нас теперь больше шансов. Как долго я уже иду за тигром, не понимаю. Я так устала. Но он не сможет меня победить. И он больше не причинит никакому вреда. Никому вреда. Как долго я уже иду за тигром, не понимаю. Она, наверное, ищет нас. Почему ты так беспокоишься? Она без нас отлично справится. Она прячется лучше нас с тобой. Как долго она прячется от тигра и ни разу не попалась. Ох, хорошо, прекрати. Ладно, пошли. Но сначала я бы хотел перекусить. Хочешь пойти со мной на охоту? Я подожду тебя здесь. Если хочешь, то можешь поделиться с добычей, или я поймаю свою еду. Конечно же, я поделюсь.
с тобой едой. Жди меня здесь, никуда не уходи. Киска. Иногда мне кажется, что он старый. Мы перекусили и можем идти к рыжей. Спасибо за обед. Очень мило с твоей стороны поделиться. Пойдем вперед. Рыжей все еще нет. Я чувствую ее запах, так что она не приходила сюда. Может, у нее есть дела, или она пошла на охоту. Ей тоже нужно что-нибудь есть. Не волнуйся заранее. А если что-то случилось... Ох, нет. Ты снова паникуешь. Они вместе, это хорошо. Она не справится с собой. Он не все поможет. Ах, я надеюсь, что мой план сработает. Что вы будете согласиться? Кто-то рядом. Кто посмел? Привет, Спайк.